Сыграть за русский спецназ в новый Rainbow Six интересно. Наблюдать его вживую уникально. Больше часа ветераны элитной группы «Альфа» тестируют бету вместе с разработчиками. Тактический боевик «Осада» уже в продаже. У нас в студии собрались большие поклонники этих парней, поэтому спецназ в игре. Мы живем гражданской жизнью, но я имею в виду наш спецназ. Все-таки какое-то время дома, там, какое-то время службы. А наш противник очень часто, он постоянно живет, так скажем, в боевых условиях. Там, в лесу, в блиндаже, в шалаше, с оружием в руках спит, так скажем. Превосходство защитников закона в технической оснащенности. На вооружении виртуальных спецназовцев высокоточные винтовки, станковый пулемет и сверхмощные мины. Мы пока не можем раскрывать всех деталей, но вы должны знать, русские спецназовцы будут играть важную роль в синглплеере. Все огнестрельное и даже короткие стволы многие оснащены коллиматорами. Во всех подразделениях есть и тепловизоры, и ночного видения. Очень здорово помогает. Ну, наверное, эту игру можно расценивать как такой первый подготовительный этап, когда человек, молодой человек, увлекшись этой игрой, может для себя сказать: мне эта профессия интересна, я хочу в этом развиваться. Но хотелось бы, чтобы, конечно, не все свободное время они проводили за компьютером, занимались какими-то реальными физическими упражнениями на свежем воздухе. Все-таки от геймера до спецназа большой путь, его надо пройти.